Новые дорожные знаки, свежая разметка. В общем, городские парковки уже, что называется, обрели второе дыхание. Начали работать парковочные пространства с 22 мая. Водителям следует обращать внимание на дорожные знаки. Что касается способов оплаты, их довольно большое количество. Наиболее популярный способ оплаты на сегодняшний день остается все-таки мобильные приложения или веб-портал. Это примерно 80% всех оплат. Где-то 18% пользователей оплачивают платную парковку с помощью СМС, отправленной на короткий номер. И очень маленький процент, это где-то 1,5-2%, оплачивается с помощью паркоматов. Сейчас оплата платных парковочных мест 40 рублей в час. Для экономии водители могут приобрести месячный абонемент за 2200 рублей. С ним можно парковаться на любых платных парковках без ограничения по времени. Сами парковки работают в прежнем графике с 8 утра до 6 вечера, именно в рабочие дни. Оплатить нужно в первые 15 минут. Даже если пользователь не успел оплатить парковку, там, не знаю, сел телефон, нет денежных средств на счету, он может оплатить до 23-59 текущих суток с помощью постоплаты. Эта функция доступна либо в мобильном приложении, либо на портале парковочного пространства. После 18:00 в будни, в выходные и праздничные дни парковаться можно бесплатно. Это правило сохранилось. Остались и штрафы. Если парковку не оплатить, то водителю придет письмо счастья на сумму 1000 рублей. Так что при выборе мест для стоянки своего транспорта нужно быть внимательнее. В администрации города напомнили и о цели создания платных парковок. Запущены они не просто для того, чтобы водители перестали оставлять свой транспорт вдоль центральных дорог, но и чтобы общественный транспорт мог подъехать к остановкам, а люди не петляли вдоль припаркованных возле трасс машин.